полтора, а все, уходят от нас, уходят от нас, покидают нас. Ну все, тогда я отрубаю, до свидания, ребята. Если вы покидаете стрим, я все, я понял, я вам не нужен. Все, до свидания, оставляю с вами маленького Эрнандеса. Где видос ПС? Люблю тебя, пухлячка. Я не пес, все, я обиделся, я ухожу. Эрнандес остается с вами, до свидания. Бывает на шекель, ребят, ну подождите, подождите, не надо на меня наговаривать. Дайте мне сначала высказаться, 3000 людей на стрим, почти 2800. Ебать важный, как хуй бумажный. Привет, Мишаня. Как у тебя и Насте здоровье. И когда стрим Насте, а то надоело уже смотреть на бородатый срам копа. Не срам, а бородатый срамш. Подождите, ребят, обо всем по порядку. Привет, Бэйбэй. Чем займемся на стриме? Привет, Вики. Привет, Вики Шенни. Давайте обо всем по порядку сейчас. Обо всем по порядку. Во-первых, сегодня мы будем сидеть разговаривать. Привет, привет. Вопрос, вопрос. Скорый смайлик. Чел, я не знаю, что я... Во-первых, давайте обо всем по... Здорово, Бепс. Очень ждал твой стрим на Ютубе. Спасибо тебе больше за твой контент. И особенно спасибо за то, что познакомил меня с миром готики. Я сейчас отвечу, отвечу. Так, во-первых, давайте. Жду видос, это не байт на шекеле. Следующий. Правда, что Апуоль твой внебрачный сын? Я бы ответил, но тут сейчас дальше еще. С кем мы говорим? С Бепсом или Бупсом? Так или иначе, выпустив видосы по гномы крепости, ты породил орду фанатов данной игры, и все ждут продолжения истории с Великовенищинском. Надеемся на тебя. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around that. Desert you, vs. Программа минимум выполнена. Теперь стрим можно закрывать. Дед врубил стрим и смеется с гифки. Шучу. Приятного стрима. Все? Будем сегодня смотреть Толяна или совершать военные преступления. Всего наилучшего. Чмоки. Мы не дадим тебе покоя. Жили наши деньги. Ладно. Все. Поток закончен, да? Все? Больше денег... Кидаю донат с Твича. Привет, Зиги Состонов. Ладно, вот теперь можно поговорить. Нет. Ладно, все, вы меня вынудили, а то мы так не поговорим. Я вынужден поднять донат до 200. У нас сейчас сотка донат минимальный, я поднимаю его в два раза. ВБУшка, дорогой. Я только вспомнил, где это делать. Солнечного Киева. Успехов и сил тебе. Донаты совсем не бесят, да? Вот если бы ты сейчас написал «да»? Нет, это... Да? Нет, это не тут. Не-не-не-не-не-не. Основные настройки. Вниз. Вот. Во! А. Сынок. Я не успеваю! Я сейчас как Раджа потону тут в деньгах. Подождите. Настя, я потерялся. Куда? Настя, я ламер. Что делать? Настя, меня сейчас убьют! Бепс, часто вижу тебя на улицах замечательного Стерли Томака. Почему ты такой хмурый? Данила лох, кстати. Не наговаривай на Данилу, я не грустный, не хмурый. У меня хорошее настроение. Я тону! А что делать будем? Не нервничай, я тоже пытаюсь. Так. Все, закончился поток. Ура, Иисус. Да, я все, сейчас все сделаю. Подождите. Сейчас все будет. Страница отправки сообщений. А, вот! Увеличиваю всего по... Где новая серия про Великовенищинск? Все, я? Потом мы так вообще... Так. Ща. Все! Да, Антон без матерных, что он гей. Нет! А вдруг... Все, сейчас. О, да, все. Ох уж эти противные донатеры. Не дают сказать, пока лишу слова. Кидают свои грязные деньги в его бороду. Вот сейчас поток денег закончится, и мы с вами поговорим, хорошо? 4500 людей на стриме. Спасибо просто за сотку без слов! Вау! Я поставил до 300. Вот сейчас поток остановится, и мы с вами поговорим, хорошо, ребят? Ну сейчас тут предыдущие донаты закончатся. Дождь донатов, смайлик.
Все, сейчас тут. Я не могу найти, где это было. Во! А его нельзя уже пропустить. Остановись! Сейчас. Все, закончим. Привет, бульбулятор. Как настроение? Чё ты выглядишь? Как будто бухаешь, не просыхая месяц. Неправда? Писец печенки пришел. Я не... Ну, нет. Подождите. Привет, первый раз у тебя на стриме. Очень рад тебя видеть. Я требую ответ на вопросы. Будет ли видос на чём Монтан Чон Кор Генерал Зенаур? Я сейчас отвечу на все, ребят. Среди нас богач! Как жизнь, вождя? Рад, что попал на стрим. А то со всем количеством работ в универе успеваю только на балкон сбегать. Да новую пачку им бы заказать. Как выйти из апатии и делать что-то, кроме курсача? А! Ты охуел, жирный пидор? Я нажал пропустить! Чел, твоя мать! Она окно на стриме. Приветствую. Бабай, а не хотите ли вы устроить обзор с комментированием ваших старых видосиков? Аля, как говорил Заратустра. Братан, когда урожайск? Я буду вас смотреть, пока деньги у вас не кончатся, вы поняли? Я даю установку на прекращение денежного потока на стриме. Что стрим — это хорошая идея. Вы должны мне хотя бы дать сказать слово. Из-за донатов. Ах да, ты еврей, точно. Спасибо за контент, хорошего вечера. Просто здравствуй, просто как дела? Прекрасно. Серьезно, я себя чувствую замечательно. Все? Я бы тебе дал. А я бы тебе нет. У меня есть выбор. Все? Я, видимо, слишком поздно увеличил сумму, потому что, ну... У вас должны рано или поздно кончиться деньги, мы живем в небогатой стране. Привет, а Буга позвал друга на твой стрим, а он отказался. Скажи ли он... Хватит просить назвать кого-то негодяем! Я не буду называть никого негодяем, вы поняли? Нет. Тебя троллят. А ты чё гггкаешь, что ты сидишь? У меня паника! Так не меня же троллят. Спасибо за годный контент и удачи в стриме. Кстати, забавно то, как тебе не дают ничего сказать из-за донатов. Можешь просто сидеть и выслушивать донаты. Д. Ну пока что у меня только так и получается. Мне охота ответить, пообщаться, столько вопросов прекрасных задали. Пожалуй, тебя были бей. Чмок пупу. Да, спасибо большое. Ну, теперь можно и поговорить. Курица! Опять курица! Какая тут странная запись. ПС. Где кратко про Петьку? А у Петька пока что пока от нюанса не избавится, мы его засматривать не будем. Ой, без рта и урожайск. Береги себя. Ой, не зря ты упомянул урожайск, сейчас хуже в чате станет. У нас и так в чате сейчас хаос происходит. Сейчас все будут либо обубу кидать, либо писать урожайск, не надо. Опять курица! Ах ты, крыса, денег дохуя меньше, чем три. Денег не бывает много, но это исключение на стриме. Сейчас закончится по сотке. Добрый вечер. Кто сегодня будет? Бывай, Буба, Бэпс, Бабай или кто-то из десяти личностей внутри тебя. И вот еще, я так понимаю, что бесполезно спрашивать, когда выйдет ли ролик великолепный. Урожайск рано или поздно выйдет, но выйдет не третий ролик. Я сделаю отдельно полнометражку, заново сниму. Нам нужен урожайск. Пока что поголодаете, ничего с вами не станется. Хватит писать слово «Абоба» или «Хохол» в чат. Не надо, ребят. Абоба. Ты не начинай тут. Мне тут волакаться в чате хватает. Продолжаем кидаться деньгами. Нет! Можешь кинуть, показать ту картинку, включить. Я не буду. А, это в смысле? Я твой зритель с 2015. Помню твой первый ролик на английском. Ой, нет, чел. Ты начал агитировать подписчиков учить английский. Это был плохой опыт. Ты шутил про пизду королевы Елизаветы 2. Кринж пиздец, но мне понравило. Блин, много слов, я не знаю, что тебе... Бабаком. С каким почином? Что значит почин? Сначала. Сначала? Все? Кошмар. Курица! Опять курица! Славься, вождь. Братья ждали твоего возвращения. Дало ересь фурийскую. На кашу из говна и палок. Диетично. Спасибо. Вкусно, питательно. Все? Соточки за... Среди нас богач! Да-да, поднимай. Я поднял до 500, все. Все, ладно, раз вы так хотите, все, тогда сейчас вместо меня будет стримить другой человек. Я заканчиваю данный стрим, все, вместо меня сейчас будет сидеть... Все, ребят. Все. Теперь вы донатите ему. Я хочу пиццу. Бубей, спасибо за видосы. Лена, что ты сделал? Я не так хотел, чтобы стрим на Ютубе прошел. Бипс, ты хорошая бородатая булка. Это мне, да? Это мне? Вот там вот донатик. Это мне? Да?
Это мне? Среди нас богач! О, хорошо. Привет, Дубей. Ты классный парень. Очень круто наблюдать за развитием твоего юмора, качества контента и тебя в целом. Не переставай двигаться в этом направлении. Среди нас богач! Донатить в фалянской валюте нельзя. Так что представь, что я выдал тебе 50 золотых. Здорово, кстати. 6 тысяч человек, вы вот этого хотели, когда говорили, чтобы я подрубал на стриме, давай на ютубе, да? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, лимит у него, блин. Мы в бедной стране живем, прекратите вы эти деньги, купите маме хлеба. Купите мясо. Потратьте на семью. Дайте мне сказать. Я сейчас подниму до 400, вы думаете мне слабо, вы меня сейчас на пол хотите? Я 300 поставил. Я все, я ставлю еще в 2 раза больше. Вы все, меня, вы меня вынуждаете. Я ставлю 600, все, и мы сейчас с вами поговорим, хорошо? Среди нас богач! Привет, Бибуран, я шутняра, ты шутняра, я шутняра, ты шутняра, я шутняра, ты шутняра, ты шутняра, ты шутняра, где арка? Да, вот она, да! Среди нас богач! О, чирик! Класс! Черебас. Ребят, все. Ну все, все, я поднял сумму. Мы с вами сейчас будем болтать. Вот сейчас еще немного осталось. Вождя на вкусный червяк для булка. Ребят, вы уже около 30 тысяч скинули. Давайте все, хватит. Хватит. Я думал, вы мне максимум 5 тысяч задонатите, и все. Я... Иди чай попей, а мы пока покидаем деньги. Нет, я должен лицезреть каждый донат, вы не понимаете. Я сейчас, я понял, вот вы спрашиваете, будет на стриме. Я буду сейчас на все донаты отвечать, пока не отвечу, не уйду. Будет. Когда не скажу, но будет. Урожайск будет, ребят, когда-нибудь. Когда-нибудь я его сделаю, возможно, в этом году. Главное потерпеть. Среди нас богач! Даром, Бубы, спасибо за контент. За любой контент. Жного киков и шуток про пиписки. Я, это все будет? Я никуда не денусь. Приветствую, Бакариш. Удачного стрима. Ты солнышко? Знай это. Разбань, кстати, в паблике. Надо еще таким чуваком. Надо, понимаешь, у нас вот разбан. С разбаном у нас вот дело тонко, как восток. Картридж для свеча. Нет, я картридж для свеча нет не буду. У нас каждый раритет. Не-не-не-не-не. Бля, кстати, ребят, пока донаты идут, сейчас я вам покажу. Я для будущих роликов купил PS-ку вторую, ёпты! Надо больше поднять донат. Чтобы запускать. Осталось адаптер купить, да, чтобы в HDMI втыкать. Все, можно? Среди нас богач! Привет, Водобой. Люблю тебя. Ты как альтернативно данный маэстро Панасенков из глубины божества гейминга. Раз тебе большой. Рекламы тебе и донатов меньше, чем ты пробовал Лопер КСТА. Да, я залупился до третьего мира там пока что. Кто-нибудь киньте деньги. Блокирую. Ах, да. Насчет альтернативного данного согласен. Ну, отец баба. Баба. Увеличение суммы не поможет. Поможет. Сейчас все закончится. Сейчас все не... Осталось немного потерпеть. Скоро деньги кончатся, ребят. Это? Пока донаты идут, давайте я вам покажу. У нас это освещение. Бабки. Сука, бабки. Опа! Рай! Смотрите, это рай! Врата в Иисусе! Плачу за твое молчание. А я буду говорить, ты не заткнешь меня. Я, кстати, похудел. Смотрите, ребят. Смотрите. Я хочу их вырвать уже третий месяц, сколько? Хватит быть голодным. Упал. Все. Среди нас богач. Один я литовец, два я шейх, три, а когда 4 годика? Аркания? Аркания же или Аркана? Я все путаю. Аркания будет. Будет? Аркания же это как раз один. Нет, Аркан один, Аркания. Аркан это РПГ, Аркания тогда 4. Я просто не помню, какую, какая там пицца была. Аркания же вроде. 500. Я поставил 600. Это уже как-то там дорогу, минут назад. Три козрила в поток в чате. Да, это лучше Твича. Привет, Бэбс. Уже 7. Это на сколько донат старый? Привет всем. Тебе донатят, как сладкий комхори, Бепси Бупсы. Тебе для этого не надо заводить OnlyFans. Да. А представьте, я бы на OnlyFans сколько бабла бы зарубал, а? За нюдисы. Тут у меня фотик есть. Этот парень настолько охуенный, что даже натурал подумает, а может в стаке. Не, ну, нет. Давайте... Ты всегда был шутливый бей. Ну все. Среди нас богач. Там кинти. Миант мысловец, Сари очень кеуит. Фул сатис фачти он. Кле осечен. А кто, кстати, сидит у Таркхольма на Твиче на стримах, а? Мы недавно смотрели, он такой ламповый. Заткнитесь. Заебали уже. А да, нам. Ну все, мы тут не нужны, Настя. Уходим. Все, я ухожу. Уползай. Покажи жопу. Как дела, шутняра? Или там покажи жену. Я не увидел. Где-то покажи жопу. Привет, вождя. Чмок тебя. Хочу прохождение Disco Elysium от тебя. Disco Elysium кратко, по Disco Elysium будет рано или поздно. Только я подожду, может, никаких DLC выпустят.
Спасибо, кстати, за донат. Бабчик, я очень рад тому, что живу с тобой в одной упаковке, родненький. Удачи тебе в твоем творчестве, жду от тебя контента категорик. Контента категорик. Укрытие урожайское от народа приравнивается к военному преступлению. Минус два чашки риса и кошачья жена. Анархо-унанистическая партия Сербии недовольна. Видос по урожайску будет, но я последую совету Бубса и сделаю полнометражку длиной в час, где расскажу про игру полностью немного в другом свете. Но это не сейчас, это потом. Спасибо. Я не буду показывать жопу на стриме, ребят. Я не буду показывать. Не буду я показывать, но мне не накачанное еще, что показывать. Когда продолжение истории про Великой Нищинск? Будет. Булждать отписался? Ты где был? О! В чате Булждать. Знаменитый чел, который очень часто меняет обложки у роликов. Не надо менять обложки у роликов, это не работает. Я знаю по себе. Я среди нас богач! Бэпс, я твой фанат. Ты мое дотемное существо. Ты бог. Ави богу. Слава Бэпсу. Да, там покажи жену и жопу, короче. Так покажи жену. Покажи жену, давай покажи. Зачем? Твой контент самое охуенное, что я видел за последние 3 года на ютубе. Благодарю. Ну семь тысяч, ты чего с ним сидит сейчас? Веришь? Ладно, пусть будет император человечества. Среди нас богач! Помянем. Они сейчас опять начнут писать. Как в Инстаграме у тебя пишут, у тебя жена страшная, ты красивее. Мне это надо. А вот не надо так писать. Наконец-то я застал стрим на ютубе. Держи говни. Толян будет... Не сегодня. Я сегодня буду отвечать на донаты, когда они закончатся. Рано или поздно они закончатся. Донаты рано или поздно закончатся, ребят. Среди нас богат. Большое спасибо всем тем, кто задонатил. Пока что я не ответил, но я отвечу. Бэпс, уморительная история. 2 месяца назад, когда лечился от рака, мой лечащий врач заболел короной. Поэтому 2 болезни по цене одной. Я надеюсь, ну... Среди нас богат. Надеюсь, что там с урожайском? Я ответил про урожай. Это, наверное, донат еще вот... Мама Мио, ешь дал Мио, ребят. Ну, я даже не знаю, я... Вы меня просто вынуждаете. Среди нас богач. А шнурка слева помята. Это не шторка. Это не шторка, ребят. Это вот сейчас, да? Давайте я вам сейчас покажу. Это фон. На этом фоне мы, если что, посмотрим, я всех этих роликов снимаю. Бумбирбюль, бэшдбом, жбэ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 б
мифологии или империи Земли. Среди нас богач! Жена не покажет жопу, зачем? Я люблю твое творчество, спасибо тебе. Спасибо твоему шерзику и шляхичу. Отдельное спасибо всем заболеваниям при Смиригаль. Жена покажет жопу только ему. Да. Среди нас богач! Шаломчик из Израиля. Вождь ты лучший. Кушай. Это все приказ Израиля, а? Все за 5000. Вот мы занимаемся уже третий месяц, да, в зале. И честно сказать, мы сейчас начали... Среди нас богач! Как мы извиняемся? Вы не можете говорить. ГГГ. Страна у нас богатая. Семьи нет, есть только шикарная работа. Я не знаю, что вам ответить по такому поводу. То есть, да, а... что ведь... Вот так, среди нас богач! Вы знаешь, как вот... 30 за полчаса. Красивыч, ставь донаты на кассе. Хотя вряд ли тебе это поможет. Сейчас я похудела, я стала плоской донкой. Можно фоткаться на хаску. Среди нас богач! Кстати, пока здесь... Дорог Бубуса. Сядь за сухой. Выглядишь как старый больной шакал. Ребята, уфимский в чате есть? Спасибо за косарь, я отвечу обязательно на твой донат. Среди нас богач! И жена не хочет показывать, я показывать не буду. Сколько упало денег за стрим на ютубе? Я обязательно скину. Это налоговая прислала. Среди нас богач! Вождя, Вим Гит не заканчивается. Ты не видишь этого, но я отправил через 10 минут, только озвучивается. Мы завтра в Уфе будем, если что, да. Я пока что, я не знаю, вот видишь. Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Чур, мне пятачок! Среди нас еще немного, скоро закончится донат. Все, деньги потихоньку заканчиваются. Мистер Бэби, а будет ли продолжение «Вампир Маскарада»? Наверное, нет. Будет ролик отдельно. Как-нибудь я соберусь, я сделаю просто полноценный ролик по вампирам. Длиной в час. Вот так. Но прям серия кафоризма, думаю, нет. У меня есть деньги, я буду ими швыряться. ЦМ в пупок. Три. А где вы сейчас? Мы дома. Мы в стиле Парижа. Среди нас богач! Если снова откроешь рот, я засуну тебе туда денежку. Этот донат уже был. Покажи, что подготовил каким-то солнцем, блядь. В смысле подготовил? Среди нас богач! Сколько скинул и как? Выглядишь бодро. Выгляжу бодро, но... Скинул почти 4 килограмма. Плюс набрал мышечную массу. Мы сейчас больше работаем на похудение. Ну да, работаем на похудение, правильно, набрал мышечную массу. Тут только таксики с деньгами. Пойди пока чайку сделай, бупс меньше, чем 3. Да нормально все. Честно, я ожидал, что чат будет просто полон нехороших людей, а пока что просто у нас хаос происходит. Качай свою гонщину, сейчас моя третья личность. Буду ждать. А будет продолжение по диско Элизиуму, а? Среди нас богач! Бэмс, доначу в первый раз. Жду с нетерпением выхода каждого ролика. В этом месяце должно 3 видосика выйти. Один рекламный. И 2 по Аризону. Но сначала будет реклама. Богач! Спасибо за контент, месье Бибей. Да, все, да? Нет. Ну немного осталось, все потихоньку заканчивается. Все, немного. Среди нас богач! Освещение помято. Да отъебитесь вы от освещения, ну помято и помято, ну что вам оно не нравится? Сейчас последний донат будет. Я плавно перемещусь вниз. Вождь, выпускай экс-машину. Народ хочет машинки и твою жепу. Бунт. А, я вот так, что ли? Мои сообщения уже совсем не спромахнулись. Будет прохождение серии «Команду и покоряй» или попробуешь показать нам мемное прохождение королевства восхождения к власти? А, все, сейчас. Сейчас все будет, подождите. Все?
Все, тогда сейчас вот потихонечку поедем, ребят. Все, так, все, 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 ребят. Все, донаты кончились. Среди нас богач! А евреев ВС мало, так и понимает дальше. Страна может и не богатая, но нас много. ПС, пройди новый флешбачк. Так, все, вот сейчас, пока есть возможность, я сейчас, извините, ребят, но чтобы была вообще какая-то возможность прочитать донат, я подниму донат, чтобы, ну, не чтобы больше заработать, а чтобы вы прекратили донатить. Хорошо, ребят? Вот о чем я говорю, вы не остановитесь, а то. Эдро Доминатус, передай привет от всего Альфа-Легена. Еще хотел спросить, что будет после богатчика? А, я отвечу все, я сейчас все отвечу. Ребят, я поднимаю донат в два раза. Не обессудьте, ребят. Все, сейчас. И сейчас мы с вами поговорим. Все, фух. Поехали. Но, к сожалению, ты вынужден смотреть те ролики по тем играм, по которым я... Задать. Будет ли что-нибудь по свиткам? Не знаю, на S4 арены, но в Даггерфолле вроде как был сюжет. Или вообще можно упороться и записать оригинальную элитку. ВС. Оригинальную элитку? Ты поехавший, что ли? Это ж... Я пока что такое не нырнул, мне бы еще ультиму разобрать. Сейчас отвечу. Вот, Ниндок, еще раз большое спасибо. Увы, но ты пока что смотришь по Ризану. Увы, ни по каким более пропаченным играм ты ролики смотреть не будешь. Илья Медянко прислал 250 рублей со словом... со с буквой А. Викишаня присылает сотку, перед вечером займемся на стриме. На стриме на данный момент я читаю донаты, я планировал пообщаться с вами, но вы не прекращайте. Знаком с играми, чьи Epic Cloudgate планируешь сделать по ним обзоры? Было бы интересно посмотреть контент по Эврике в твоей... Эврика — это единственная игра, которую я проходил полностью. Увы, пока что остальные не было времени проходить, я отвечу обязательно. А Саймон присылает сотку. Среди нас богач! Бупс, на самом деле все тебе просто рады на Ютубе. Это лучше, чем Twitch помойка. Сиди тут, мы тебя любим. Ну я вижу, насколько тут меня пока что рады видеть, а... Среди нас богач! Я шутняра, донатор. Прячусь от донатеров за кошкой. Все? Кошка спасла меня. Ей.